Вот такие дела. Здравствуйте, с вами Валентина Журавлева. Я хочу провести небольшое интервью с моими подружками. Ну, представьтесь, пожалуйста. Цена Амаровна, Сурцовна. Ну давай цену, рассказывай, что бы ты хотела рассказать. Вот, ты грузинка, я знаю, по национальности. Я грузинка, и поэтому очень хотелось бы узнать про Грузию. Расскажи мне что-нибудь, что тебе очень интересно. Я не была в Грузии очень много лет. По мере возможности. Но все равно всей душой ты из Грузии. Душой и сердцем. Душой и сердцем. Грузия и Россия. Поэтому, когда я нахожусь там, я душой здесь. Когда я нахожусь здесь, я душой там. Ну вот расскажи, что хорошего сейчас в Грузии происходит? Как народ там себе, какие вот блага там, какие можно сказать? В Грузии, к сожалению, сейчас не происходит ничего хорошего, так как Михаил Саакашвили мой любимый ушел. Которого все любили. Которого народ на самом деле любил. Ну, ушел, ладно. Ну, я, так сказать, люблю там путешествовать. Приезжаю и путешествую. Отдыхаю по горам, по долинам, по всем местам красивым. Были очень много, есть чего посмотреть. Например, да. Самая моя любимая – это Мцхэта. Туда, где святая Нина принесла свой крест, где она его поставила, и там грузин. Начиная с этого, приняли христианство. Это 342 год, если не помню. Не ошибаюсь. Древние, да, христианство. Да, это третий век. Да. Цхэт, самое святое место, я его обожаю. Потом Святой Цховели, потом Кура. Сначала с Цхэта Кура видно, как арабы с Курой сливаются. Наш великий поэт Лермонтов, да? Писал, да? А вот. Потом, значит, Ананури очень красивая. Бери мешок, некрасивый. Самеба находится в Казбеке, гора Казбеки. Открывается такой вид, что там, я не знаю, замертво можно упасть. Вообще сердце надо беречь. Такая красота. Воздух, наверное, шикарный. Воздух, горы, вокруг горы, воздух. Очень высоко над уровнем моря. Очень красивые виды, красивые озера. Люди очень добрые, приветливые. В общем, мне там нравится все. Что я могу еще сказать? Грузин. Ехать туда надо. Вперед! Туризм будем развивать. Передай привет всем. Всем грузинам, моим любимым, там, в Грузии. Всех целую, обнимаю. Скоро я буду. Я с вами. Скоро буду. Скоро буду. Скоро в мае Цицуна Амаровна приедет туда. Да, солнце. Ну вот так наше закончилось интервью о Грузии. Да. Всего хорошего. До свидания. С вами была Валентина Журавлева.